Наши спасатели от ракетчиков не отстают. Команда МЧС России примет участие в международных соревнованиях горноспасателей. Они пройдут в Канаде с 22 по 26 августа. И все это будет в городе Садбери. Туда приедут 28 команд из 14 стран. В состав нашей вошли специалисты Национального горноспасательного центра МЧС России. Это самые опытные профессионалы. Они участвовали в крупных операциях, спасая горняков из-под земли. Все неоднократно награждались медалями и грамотами МЧС России. И тем не менее, они снова и снова отрабатывают свои навыки. Проверить подвесную систему. Лучевой ремень. Лучевой ремень, шланги. Проверить крышку. Проверить КПИ. Введение дыхательного пучка. Баллон. Кислорода. Проверить систему высокого распределения кислорода. Зарядка полная. В профессиональной подготовке горноспасателей предъявляются очень высокие требования. Так что тренировки будут проходить до самого выезда в Канаду. Отрабатываются все приемы спасения людей при аварии в выработках. Тренировки проходят каждый день. Каждый день отрабатываются все этапы соревнований. Начинается день у нас с теоретического экзамена. Затем горноспасательные работы. Во второй половине дня пожаротушение и оказание первой помощи.